Церковь Спаса Нерукотворного в селе Райсеменовское нуждается в помощи. Восстановительные работы здесь ведутся много лет. Но собственных сил и средств на реставрацию катастрофически не хватает. Для того, чтобы памятник архитектуры 18 века обрел новую жизнь, требуется помощь всех неравнодушных. Село Райсеменовское. Спасская церковь. Здание с лепным и белокаменным декором венчает мощная ротонда с полусферическим куполом. В 1765 году был возведен предел во имя святителя Дмитрия Ростовского. В 1783 по проекту Зодчего сооружены верхний храм, колокольня, церковная ограда с зубцами в виде крепостной стены. Протоиерей Алексей Лебедев рассказывает, в 30-е годы прошлого столетия большевики превратили храм в машино-тракторную станцию. Позже церковь использовалась под склад для зерна и удобрений. До начала реставрации находиться здесь было опасно для жизни. Вот здесь была огромная куча, в тарзанку играли, со второго этажа было пробоина, и прыгали. Здесь вот все это вот горы мусора. Выдающийся памятник архитектуры 18 века получил второе рождение только в конце 90-х годов. Здание было передано общине верующих. Протоиерей Алексей Лебедев уверяет, Спасскую церковь начали восстанавливать буквально с нуля своими силами. Купили престол, жертвенник, паникадило, различную церковную утварь. Починили кровлю, полностью отштукатурили первый этаж. У нас в первую очередь стояло не восстановить храм снаружи, а привести его, так сказать, в божеский вид, для того, чтобы мы могли, община верующих могла здесь пребывать и молиться. Тем не менее, восстановительных работ в Спасской церкви предстоит сделать много. Верхний храм имеет протечки по боковым фронтонам. Сырость может уничтожить памятник архитектуры. На ремонт сегодня требуется более 25 миллионов рублей. Желающие оказать благотворительную помощь храму Спаса Нерукотворного могут обратиться к настоятелю церкви протоиерею Алексею Лебедеву. Расписание богослужений и необходимую информацию можно посмотреть на официальном сайте храма.